have ways of blowing things up. Now you'll know the might of the beast. What? No! You're trapped. This is personal. You're mine now. Misia, you're wound. Don't care. I'll finish this. I'll deal with the child, too. There are enough weeds in this land. Ah! Oh, stay close to me, Hugo. Misia, look at his back. I'll crush you. Yes, I see it. There you are! Oh, no! Pray for your defiance! Now you'll know the plight of the beast! What? No! You're trapped! Yeah! Person! What? Bust your head in! Вот так легко и просто проходится это говно. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки. Это ушибленное на голову. Честно, я 2 дня пытался пройти вот эту херню. Два, Карл. И это не получалось. Потому что по логике ты в него кидаешь... Сейчас. Подождите минутку, после этой сцены я вам расскажу. They're coming! I can't. You have to handle it yourself. Are you sure? Do it. Да сожри их крысами и все, давай уже. То есть она сама всех убивает и еще заставляет малого всех убивать. Это Ницца явно полностью сошла с ума. Мы это видим. Ее ненависть заслала ей глаза. Сожри его. Это типа продолжение босс-файта? Да, More Man — это то, что вам сейчас поможет. Она такая говорит... Цепка способности открыта, да? Ну, чувак вырубится сейчас. Если не сдохнет. Давайте он сдохнет. Нет, он не сдохнет, ладно. А, начнется Крисмагеддон. Угу, понятно. Ты только что ходить вообще не могла. Спаситесь от крыс. I'll get us out of here. I did it again. I'm sorry. Oops. Быстрее. Быстрее. Еще быстрее, блин. Съешьте ее. Миссия!
Новая глава. Понятно. Преступники. Преступники, уж извиняюсь, те, кто делали это говно, эту игру. Ну, то есть это преступление против игроков. Хорошо. Давайте, пока у нас сейчас идет трехчасовая загрузка. А, спасибо, игра. Посмотрим, что за чел нас спас. He saved you. He says he'll bring us to the island. He knows where it is, and he says it's called Lacuna. Wait. He will find a boat. Yes. Да, 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 да. Он обязательно это сделает. No. Amicia. Он обязательно это сделает, ага. В общем, слушайте, ребят, честно, то есть. Да, я понимаю, что там на арене с боссом там дается арбалетный болт и всякое такое. Но это офигеть как нелогично. То есть, два дня я подходил, пробовал гасить этого босса, меня добесило. Начинали прыгать вот эти сверху солдаты, то-то, сё-то. Честно, извините, я подумал, что это не стоит моего времени. Я пошел и глянул решение этой загадки. То есть это же не босс-файт, это по сути тоже загадка. Глянул решение этой загадки в интернете, как это решается. И решается оно, как оказывается, очень просто. Оказывается, если в рыцаря выстрелить огненным болтом сзади, то он почему-то весь зажигается, сгорает, и это такой шорткат. А возможно, кстати, я не уверен, но возможно, это единственный вариант прохождения этой фигни. Логично? Ну, то есть, тебе говорят, скиньте сначала с босса доспехи, а ты такой, вместо того, чтобы скидывать доспехи, просто стреляешь ему в спину огненным болтом, и чувак сгорает. Логики в этом нет абсолютно никакой. Но знаете что, ребят? Именно в этой игре несколько серий назад я вам говорил о том, что я не бросаю даже самые плохие прохождения. Извиняюсь. То есть у нас была и Том Райдер, которая, по-моему, до сих пор лидирует в худшести. И то я ее прошел. Вот. И первая часть этой игры, она мне не нравилась. Но я же говорю, я пришел поиграть во вторую, по крайней мере, из того, что можно поржать с некоторых моментов. Но поржать с некоторых моментов... Это одно. Но когда маразм захлестывает настолько, что даже уже поржать с некоторых моментов не спасает, когда мне пришлось столько времени тратить на вот такие вот нелогичности с этим боссом и всякое такое. Я к чему, ребят? Да-да-да, именно вы, те полтора человека, кто смотрит эту игру. Если вы все еще смотрите и слушаете мое нытье. Я бросаю это прохождение. Я мог бы его бросить, не записывая эту серию, но именно потому, что я уважаю своих подписчиков, я сейчас записываю эту серию, я сейчас вам объясняю, почему это происходит и как это происходит. Я не буду это дальше проходить по нескольким причинам. Во-первых, я глянул по таймингу, это еще даже не половина игры. У меня была легкая надежда, что, возможно, мы прошли уже половину игры или две трети, что было бы хорошо, и этот бред скоро закончится. Но это даже не половина игры. А маразм уже... Посмотрите на вот эту вот отбитую. Маразм уже крепчает настолько, что тут уже не просто плеваться хочется, тут уже хочется блевать, а сидеть в кресле и держать рядом ведро, чтобы каждый раз блевать с того, что происходит на экране. Извините, нет. Есть много классных, офигезных проектов, которые у меня идут на очереди, в которые я хочу поиграть, в которые я получу удовольствие играя, в которые вы получите удовольствие, смотря это. Прохождение вот этой вот фигни, оно есть. Я не обижусь, если вы пойдете и посмотрите у кого-то другого. Поэтому, да, ребят, это будет, скорее всего, последняя серия. Это будет... Черт. По-моему, это будет первое прерванное прохождение на канале. Но это случилось. Извините, спустя 3,5 года существования канала это случается. Я бросаю игру, потому что она настолько паршивая, что она просто не стоит ни моего, ни вашего времени. Сейчас мы немножечко прогуляемся до очередного... Остров, что ли? Вот.
Let's go. We're not here to enjoy the view. Tell me where we're going first. To get your boat. I know someone. Who? A smuggler. Discreet chip. Fast. What you need. Great. More felons. Jess, get used to it. This is your life now. So if you want to get to Lacuna after the mess you've made, it's that boat or a 10-mile fucking swim. I can't wait to get on a boat. Huh. You see that? That is the right attitude. Потому что в этой игре плохо. That is the right attitude. Абсолютно все. Здесь отвратительнейшая главная героиня. Я хочу... Да, вот ты, смотри на меня, когда я с тобой разговариваю. Я хочу, чтобы ты сдохла. Я радовался каждый раз, когда это с тобой происходило. Но это все никак не происходит. Она хамит, грубит. И почему-то для девушки в средневековье ей очень часто это сходит с рук. Она... Ну, вот полностью отвратительная, как главный персонаж. Хьюго вызывает немножко меньше отвращения, но все же он тоже никакущий. Отвратительная история, отвратительные персонажи. Просто офигеть, насколько ужасная оптимизация вот этого говна. Абсолютнейший мертвый мир, тупорылые загадки. Короче, я не знаю, по-моему, эта игра у нас будет новым антигероем. То есть до этого я считал самым худшим, что мне попадалось поиграть, это Tomb Raider, которую я проходил. По-моему, вот эта игрушка наконец-то вытеснила Tomb Raider. И как бы доказательством того, что Tomb Raider я все-таки прошел, хоть я плевался. А это я не буду проходить. Поэтому, как сейчас, как в последней серии, я буду делать небольшие такие итоги. Обычно делаю итоги в конце игры, но поскольку здесь этого не предвидится. А вот, а еще... несмотря на то, что здесь ужасно мыльная графика, посмотрите, как мужик сейчас выглядит. А вот, мыльная графика, рисовочка средненькая, жрет оно ресурсов очень мало, оно не, просто не использует ресурсы компьютера, оно просто не оптимизировано. Вот, почему-то серии после обработки весят просто какие-то страшные... Смотрите, получасовая серия весит в районе 60 гигов. То есть мало того, что я мучаюсь во время записи этой серии. О, привет, чувак, ты завис. А вот, так я еще и мучаюсь на постобработке, потому что... мне приходится ждать, пока оно отрендерится, и мне потом приходится на отдельном чертовом компьютере загружать... игру, потому что мне приходится держать аккаунт, ну, в смысле, YouTube открытым на протяжении там 7-8 часов, пока загрузится получасовая 40-минутная серия. Такое раньше случалось с другими игрушками. Были игрушки с красивой графикой, которые весят, у которых серии весят помного. Например, Doom. Кстати, серии по Doom с опорной точкой. Что, блин? Сюда. Так, ну так нажмись, блин. Серии по Думу были очень тяжелые, но Дум того стоил, потому что Дум это шедевр. Вот, а здесь, короче, смотрите, ребят, просто совокупность... О, крысы. Сожрите его тоже, пожалуйста. Совокупность факторов и всего того, что здесь происходит, просто приводит к тому, что это у нас... Ну, я не знаю, тянет ли она на антиигру десятилетия, потому что за десятилетие у нас было много плохих игр. Тот же Киберпанк, который был куском говна и на запуске, и до сих пор им является. Но Киберпанк, опять же, мы прошли. Он был плох, но он был плох по меньшему количеству аспектов. А здесь же, по-моему, плохо абсолютно все. И к тому же это немножечко символично, потому что... У нас сейчас проводятся итоги ГОТИ. Вот, и... Что вы от меня хотите? Я больше не буду ничего делать. Я не хочу решать эти тупорылые загадки. Давайте встанем здесь, я уже договорю. Так вот. Проводятся итоги ГОТИ, и объявлено, какая игра является игрой года. О, элементы нашлись. А вот, вот это вот у нас будет являться антиигрой года 100%. Объявляю ее уже сейчас. Своего спутника, идти дальше без него. Да, пошли в задницу. Я сейчас вот это заберу, отделился от спутника. Вот, очередные условности. Воссоединитесь. Так вот, ребят, воссоединяю эту игру с забвением, которое она
собственно, и достойно. Амиция, гореть тебе, твари, в аду, как игровому персонажу. Надеюсь, мы с тобой больше никогда не увидимся. На этом, ребятушки, этот проект объявляется закрытым, проваленным, к черту. Пойдемте играть в хорошие игры, пойдемте, не будем тратить наше время на вот это, и будем наслаждаться тем, что есть, потому что не надо тратить время на плохие игры. Спасибо, что были с нами. Я очень вас жду в следующих проектах, которые будут 100% лучше. Буду рад вас видеть в других прохождениях, в других играх. На этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.